То есть мы все эту еду будем смешивать и потом это кушать. Ты что, издеваешься? Воу, воу. Эдиторы, начинайте. Ну что ты такая вредная? Нет. Замедление нам Кофта, ставьте! Куда-то, два, три! Всем привет, Ютуб! С вами Женя Лизагуб, Джекис и... Милана Некрасова. Давид Туров. И сегодня мы будем... Ладно, проходим. А как же Dota 2 прохождение игры? Потом пройдем. Я прошла Доту вчера. Всем привет, Ютуб, с вами Женя Лизагуб, и сегодня я позвал к себе в гости Милану Некрасову, Давида Туры и Симку. Неожиданно, правда? Да. Вот, и сегодня мы будем снимать такой прикольный ролик, мы будем угадывать еду из фильмов и мультфильмов. Мультфильмов? Мут, нет, именно мультфильмы. Там, где мутная вода и фильмы идут. Вы поняли? Это на... О, чё, сон для слабаков? А, да я просто подарок другу выбираю. И чё ты ему решил подарить? Мешки под глазами? Да не, просто я уже всё ему дарил и не могу найти что-нибудь интересное. Слушай, а подари ему набор Мазабрик. Что это? Мазабрик — это бесконечный фотоконструктор. Ты берешь набор, загружаешь любую фотку на сайт, чтобы получить инструкцию, и по ней собираешь пиксельную картину из маленьких кубиков конструктора. Ее можно бесконечно пересобирать в новое изображение. Деталей хватит на любую фотку, поэтому она никогда не надоест. Звучит прикольно. А что, прям вообще любую? Да, хоть селфи, хоть питомца, хоть друга, хоть герой мультфильма. Есть два варианта наборов. Черно-белый и color. Черно-белый — это такой классический вариант, пишется в любой интерьер. А color — это набор в бежевых цветах, и тот смотрится потрясающе. В общем, это реально крутой подарок и приятный бонус. По промокоду LizaGook скидка 20% на все наборы Мазабрик. Блин, Джеки, спасибо, выручил. Кстати, это тебе. С днем рождения. А, спасибо, конечно. Да, у меня день рождения, это в ноябре. Ой, не, наверное, пойду. Посплю. Ссылка на Мазабрик и промокод в описании. Прямо сейчас переходите и заказывайте Мазабрик себе и своим близким. Ведь для подарка и повод не нужен. А без него еще приятнее. Вы хоть какие-то мультики смотрели в своей жизни? Вот я все знаю мультики. Буб-буб-буб-кабуб. Кто больше всех угадал еду из мультик и мультфильмов, тот победил. А кто... А что за приз будет? А кто... Да, а кто... Остальные проигравшие, мы всю эту еду засовываем в блендер, и ты должен выпить до конца, чтобы у тебя какие-то болезни в желудке были. Это такое наказание троим. Нет, у нас есть блендер, то есть мы все эту еду будем смешивать, и потом это кушать. Он угорает? Нет. Но один... Поэтому одному нужно выпить. Мне понравилось болезнь. Что, издеваешься? Ребят, пока у нас справки по звуке, мы можем перечислить те болезни, которые мы можем заработать для тех, кто проиграет. Ангина, коронавирус. Ангина, коронавирус, варикоз. Дальше. Что? Геморрой. Геморрой. Сперматоксикоз. Колики. Колики в животике. Блюдо, блюдо, блюдо. По фирменному, поехали. Блюдо, 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 блюдо. Кто хочет открыть? Ты. Да. Может, первую на Цуефа открою? Нет, ты. Цуефа, Цуефа. Цуефа, Цуефа. Блин, открывай. Рик и Морти. Нет, нет, нет. Гравити Фолз. Пончики. Да. А что так сложно? Так, по-моему, пончики были во всех мультиках. Черного. Симпсоны? А можно такую подсказку? Как? Симпсоны! Записывайте, пожалуйста, ей один балл. По-моему, в Симпсонах были. Я не смотрел «Симпсоны», дважды два мне запрещали. Я только знаю, что «Симпсоны» предсказывают все время будущее. Я помню, вот я попытался посмотреть дважды два, и меня на угол поставили. Лера, так как ты угадала? Нет, я не буду. Давайте, кто будет угадывать, тот и пробует блюдо. Нет, так нам нужно оценить, какая еда будет самая вкусная из мультфильмов потом в конце. Поэтому каждый должен попробовать. До этого ничего не... Вкусный? Да, нормально. Вкусный, ставлю оценку 1 из 10. Я помню. Давайте новое блюдо. Да, let's go. Яйцо пашот. Яичница. Яичница. Чего? Это мультик? Да в любых мультиках есть яичница. Ну да. Финн и Джейк, Финис и Ферб. Она так пахнет. Время приключений. Финис и Ферб. Финис и Ферб. Кот в сапогах. Стойте, 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 стойте. Кот в сапогах. А что это такое? Вот сейчас, тихо. Шрек? Стой. Ты слышишь? Реально? Что? Кто угадал? Шрек? Подожди. А что там было в Шреке? А в Кот в сапогах? Было яйцо, я первый сказал. Кот в сапогах было вареное яйцо. Кот в сапогах.
Кот в сапогах — это отдельный мультик. А да? При чем тут отдельный мультик? Это разве дал мультики? В Кот в сапогах не было, было в Шреке. А где там в Шреке? Я не в первой части. Яйцо лысое, гигантское, которое злодеем еще было. А, она же еще яичницу жарила, когда пела там, да, точно. Я вообще не понимаю. Это просто куплено. Вот мне кажется, просто сейчас девочки нас вынесут до вида. Я не хочу это пробовать, я такой яичницу не. Это можно, я думаю, а вот вы знаете, что полезнее, белок или желток? Конечно, желток. Желток полезнее. Нет, белок. Белок полезнее. Желток. Почему? Почему недавно с другим спорили? Она спорила и проиграла мне задание. А почему желток? Задание было хорошее. Белок полезнее, это мускулы. Все, гоу следующее, гоу следующее. Итак, третье блюдо. Милана, открывай. Это Шрек. А может быть это... Это так сложно. Это мультсериал или мультфильм? А время приключений? Анимационный мультфильм. Рапунцель? Реально? Как? Рапунцель были печенье, а, я помню печенье волосы готовила. Там были. Я из Рапунцель помню только волосы и все. Давайте попробуем. Печенье я люблю. Ну, в Рапунцеле хорошее блюдо. Давайте следующее блюдо. Опять яичко. Я в детстве мультики смотрел, там обычно поняли, эти листики вот так вот переворачивали, рисуешь что-то, и это мультик получается. Микки Маус тогда так делали. А, как это, сейчас. И вот наше четвертое блюдо, давайте его откроем. Давайте, Евгений. Давид Добак, Нью-Джазика. Сейчас опиума прокачаем. Рататуй! Да, просто на реакцию. А давайте я попробую. Да. Попробуем кабачки. Сейчас Нью-Джазик сразу врубится. Что-то тут. Да, не прикиньте, он это ест и превращается в крысу. Воу. Капец, это вкусно. Вкусно. Вкусно, Давид. Воу. Нет, Лера, тут уже не пойдет, да, так, потому что все это... пробуют, а ты, ты нет. Ты должна пробовать. Если ты не в команде, то ты в команде. Быстро ешь. Okay. Ой, как мило, заберите на Эдита, как он ее кормит. Прямо сейчас. Ну, Лер. Эдиторы, ну, начинайте. Ну что ты такая вредная? Нет. Почему что не на голову? Лера, какой у тебя друг агрессивный. Ой. Это ОСД! Да. Что? Реально? Что это? ОСД — это сериал, очень странный. А мы же мультик угадываем, нечестно. Это сериалы, фильмы? Нет, мои фильмы тоже. А в чем прикол? Вафли, это любимые вафли главной героини 11. Я ненавижу сериалы и никогда не смотрела ни одного. Я смотрел только один сериал в своей жизни, это «Закрытая жизнь». Я смотрел сериал «Сумерки». А я посмотрю «Сумерки». Сериал — это фильм. Он вышел примерно, когда я в молодости еще был. Да ты ж мой старый братик. Мне кажется, это тоже очень вкусно. Ну да, это вкусно. Я верю вам, что это вкусно. Ладно, сейчас я надеюсь, Давид получит свой бал. Давай! Леди Бродяг! Леди Бродяга! Леди Бак! Леди Бродяга, я первая сказала! Это было время приключений, я смотрел, как Финн и Джейк ели. Леди Бродяга, давайте попробуем. Давид, знаешь, как там нужно было делать? Смотри, я тебя сейчас научу, вот так. На, возьми это в рот. Это мастер, это. Пойдем отсюда. Что-то не знаю. Делайте. Давайте попробуем. Давай. Не, ну это стопудово вкусно. Это очень вкусно. Я когда смотрел мультик, я всегда хотел, типа, захавать вместе с ними. А у вас бывает такое, что ты, когда часто смотришь мультик или что-то такое, что-то и ешь. Ты смотришь там вкусную еду и такой думаешь, и как хочешь... бы я обычно сейчас хотел... Обычно ты еще смотришь ночью, когда вообще да. не... И ты думаешь, еще... как бы я сейчас хотел именно эту еду. И еще во время приключений там просто город был из еды. Да, давайте, давай, сделайте для Эдита. Ну я в Ноздрёй, ты начнёшь вот так вот высасывать. Давай. Ну давайте, пожалуйста, давай, сделайте для Эдита. Просто как друзья сделайте и все. Я начну вот так вот типа делать. У тебя, кстати, палец в печке, Жень. Вот этот. Так, давайте. Зачем вы стол так двигаете? Извините, пожалуйста. На запах. Фу, на запах. Фу, это гороховый суп. Это хлеб. А я чувствую какой-то какао. Это 100% хлеб серый. Такой с комочками и с орехом. Так это кофе, вы чё? А я вы чё смотрите уже? Кофе, конечно же. Корпорация монстров? Это... А где этот реал вампир был, который... Сумерки! Не, вампир в мультике. У меня чисто обезьян с а это сериал про школу?
Ребят, прямо сейчас напишите в комментарии, что вы думаете, какой это сериал и из какого это, ну, кофе, короче, из какого это сериала. Потому что мы вообще не понимаем. Возможно, вы сейчас прямо сейчас угадаете. Кофеманы. Это сам придумал. Что-то фильм такой есть. Я что-то если в тупике не... вообще. Я могу сейчас найти. Ладно, Давид, это из Маши и Медведь. Ты угадал. Все, Давиду бал. Давиду бал. Давайте следующее блюдо. Все, давайте стакан. Нет, реально. Это правда Маша и Медведь. Всем спасибо. Лера, отдавай, отдавай. Все, у Давида бал. Я хочу отгадать. Давайте отгадать. Да, я тоже очень интересно. Это связано с музыкой? Wednesday. Да, сюда. А я, кстати, ни разу не смотрел Wednesday, а там что, кофе пьют? Охереть, она что, совсем? Так, а смекаду? Wednesday, ты что не угадала? Чё, let's go, следующее блюдо, поехали. О, джелибин. Нет, Почему Давид называет? Где еще маленькая девочка, как ее? Фабрика Чаки. Гарри Поттер. Вы чё, Гарри Поттер, вы помните ему? Почему я говорю на джелибели шоколадная фабрика Чаки? Да, потому что, смотрите, помните, когда к ним... А я думала, это из Миньонов, где маленькая девочка такая. Нет, потому что им, даже вот эта пачка из Гарри Поттера. Да, там же фишка в чем, тебе может попасться арбуз, а может сок. Сопли, вкус соплей попасться. Мне попался. Вот, мне кажется, вот это вкус соплей. Мари любую. Я что, тут говно будет? А знаете, я хотела сказать, короче, есть мультик, где... Мне какая-то земля, мне этот, подгузники попались. Я знаю, что вот это либо пук скумса, либо пудинг. У меня пунк. Пунк снукса. Пук снукса. А почему нам, когда принесли это блюдо, сказали, что будьте готовы, на нас это выскочит? Там крыс. Давайте тогда на них, чтобы выскочило. Раз, два, три. Это игра кальмара. Блин, я так и сказал. Это Squid Game. А дайте нам иголки, я хочу попробовать. Игра в кальмара. У нас есть иголки? Я очень хочу попробовать. Блин, я так и хотела попробовать. Мне всегда казалось, что это очень легко. Не мешай, я почти сделал. Не мешай. А как вы так делаете? Это вообще нелегко. Ой. Мы можем сыграть. Я вот так вот раскрошу, ребят. Ты умер. Это просто сахар? Я думал, какое-то очень вкусное печенье там было. Он очень горький, кто-то его пережарил. Это сахар вот так вот разваривает карамель, да, потом оно застывает. А я думал, что они его лижут там. Ну, это облизываешь и тает, понял, аккуратненько? Не, это сложно, я лучше это буду есть просто. Ты понял, я разломил и достал. У тебя получилось? А что ты делал? Ты иголку съела? Да стойте, а вдруг сейчас что-то вылезет? Рататуй! Чего? Какой рататуй? Это торт! Спанч Боб? А, это Рик и Морти, конечно же. Это бабича торт? Так, стой! По-моему, это чисто бабича торт. Что это? Так. Блин, наверное, сейчас фанаты этого мультика нас убьют просто. Подожди, я хочу разрезать. А мы его знаем? Подождите, это не... Да. Реально? Точно, да! Да ты наугад сказал. А у меня 0 баллов, да? Молодец! Только нужно было угадывать, Давид. А у тебя сколько баллов? А это реально со вкусом пиццы? 0? Да нет, обычно блинный торт, просто баллы. Это мой любимый блинный торт, дай попробую. Это пицца. Охренеть, торт со вкусом пиццы, это очень вкусно. Это блины со вкусом пиццы? Да нет, это реально пицца. Просто в торте. Или это сыр. Да, реально. Я первый раз такое пробую. Да, no. Вы только занимаете туалет у кого там? Первый, второй? Нет, это реально вкусно. Это очень вкусно. Да я верю. Я говорю, что самая вкусная еда из фильмов и мультфильмов это вот с Gravity Falls, вот этот торт. А мне джели-бели понравились. Пончики. Мне тоже торт. Итак, ребята, как мы все знаем, Давид фаворит. И он поддерживает этот статус нулевыми баллами. Нечестно. Но теперь жесткая борьба. Давид и Женя. Женя 3 балла. Симка 2 балла. И у Миланы 1 балл. Чего? Ладно, у Миланы 2 балла. А давайте все-таки на Цифа решим, кто победил. Ладно, шутка. У Миланы 5 баллов, она победила, и теперь она может засандалить этот торт Давиду в лицо. А я что, не буду смешивать и есть все? Да нет, я пошутил, реально же болезни могут быть от этого. Неженка, давай, все, делай. Давай. Она расслабила голову. Да не надо, пульни. Я что, виноват, что вы слишком... Я виноват, что вы слишком слабые. Эдиторы, замедление нам ставьте. Поехали, раз, два, три. Милана, как так? Стой.
Давай, Давид, я нормально сделаю. Все было. Бро. Все, так. Теперь было. Ну, Давид же проиграл. Лиман, он расстроился. Вот это физик. Он уходит. В прошлом ролике «В поле чудес» был хайп, и сейчас снова хайп, Давид ушел. Вот, мы опять поссорились, и у нас новая контентная история. Ребят, давайте не ругаться, что ли. Вот, ребята, мы снова собрались в своей дружной компании, чтобы с вами попрощаться. Спасибо вам большое за просмотр этого ролика. Надеюсь, он вам понравился, и вы тоже вместе с нами поугадывали эту еду. С вами была Милана Некрасова, Симка, Давид Туров и Женя Лизагуб. Не забывайте лайки, подписочки, колокольчики. И да, всем пока! Всем пока! Ребята, ребята, если что, Давид не обиделся, все хорошо, просто все нормально. Он не обиделся, мы дружим.